Меня зовут Икбал, я талыш. Талыши – это ираноязычный народ, проживающий по обе стороны Ирано-азербайджанской границы. Я из азербайджанской части. Я приехал в Беларусь во втором классе и, собственно, вырос здесь. Для меня это вполне естественно было, что в семье мы могли говорить на нескольких языках. На улице мы говорили в основном на русском языке. Что дневной практики на белорусском мове нема, а лишь на белорусском мове я сам размовляю. Не могу сказать, что это было прям сложно. Это было естественно в детстве. То есть это то, в чем ты живешь, растешь. И сейчас я бы не сказал, что границы для меня очень существенно. Напротив, внутри меня точно нет границ между этими культурами. Я чувствую себя частью белорусского общества, частью талышского общества. Я остался в университете здесь учиться, закончил бакалавриат, магистратуру, аспирантуру здесь. Потом, как типаж вечного студента, остался еще и немного преподавать. Как хобби продолжаю заниматься наукой, если это можно назвать хобби. В первую очередь меня интересует талышеведение. Нетрудно догадаться, почему, наверное. Если удается, то езжу на исследования. Если нет, то можно проводить и так называемые кабинетные исследования. Для меня всегда было интересно понять, как бы не звучало пафосно, кто ты, откуда, что для себя определяющее. И в этом смысле, да, для меня было интересно изучать талышскую историю, этнографию в том числе, и обряды какие-то, и традиции, и уклад жизненный. Это была возможность и изучить себя, и общество, частью которого ты являешься. Если я нахожусь за границей Беларуси, то, собственно, меня, естественно, спрашивают, откуда я, кто я. Я обычно говорю, что я талыш, но вырос в Беларуси. То есть это часть такой идентичности, которой я должен поделиться, если меня спрашивают, откуда я или кто я.